А еще с собой в подарок с южных солнечных мест вы можете привезти запас витамина D. Исключительно в том случае, если на отдыхе не будете использовать гели для душа с СЛС и анионными ПАВами. Так как витамин D производится на поверхности кожи под воздействием прямых солнечных ультрафиолетовых лучей в течение 15 минут с открытым лицом, шеей, руками, либо открытыми ногами и руками. Витамин D, гормон, имеет свойство накапливаться в организме в качестве резерва. За 2 недели отпуска можно накопить на 4-5 месяцев. Однако, если использовать мыло или гель для душа с анионными ПАВами SLS-SLS, они растворяют все жиры на поверхности рогового слоя кожи, в том числе удаляют защитный липидный слой. Витамин D вырабатывается на поверхности кожи, он тоже жирорастворим, а это значит, что все, что за день вы накопили, все вечером смыли и растворили с поверхности кожи агрессивными ПАВами. Учтите этот нюанс.